Добрый день. Меня зовут Елена Владимировна Небольсина. Я детский стоматолог и главный врач одной из клиник Dental Fantasy, клиники премиум-класса для лечения взрослых и детей. Ко мне на прием часто приходят родители с маленькими детьми. Это моя категория пациентов, дети младшего школьного и дошкольного возраста. И заполняя анкеты здоровья, указывают то, что их малыши чистят зубы самостоятельно. Ребенок чистит зубы сам, и у родителей возникает закономерный вопрос, откуда тогда возникает проблема, откуда берется кариес. Дело в том, что где-то начиная с 4 лет дети начинают активно проявлять свою самостоятельность, что, конечно же, поощряется родителями. И очень часто дети начинают в том числе сами себе чистить зубы. Но надо понимать, что маленькие дети в этом возрасте еще не в состоянии выполнить качественно чистку зубов. По банальной причине еще не так хорошо развита мелкая моторика. И готов малыш будет чистить зубы самостоятельно только тогда, когда он научится хорошо писать карандашом или ручкой. До этого времени необходимо непосредственное участие в процессе чистки зубов родителей. Удобнее всего это сделать, расположив ребенка впереди себя. Вот таким вот образом вы можете выполнять те же самые движения, вычищая ребенку зубы, как и самому себе. При этом малыш может положить свою руку на вашу, запоминая тактику и последовательность движений при вычищении зубов зубной щеткой и пастой. Все детские зубные пасты подразделяются на определенные возрастные группы. И для детей в возрасте от 4 до 7 лет есть целая линейка паст ROX. Эта линейка называется ROX Kids. В ней присутствует огромное количество различных вкусов, поэтому выбор зубной пасты может стать приятной игрой для ребенка, чем мы достаточно часто пользуемся на своем приеме, а также рекомендуем нашим пациентам использовать эти зубные пасты для домашнего применения. Состав пасты отвечает всем необходимым требованиям для этой возрастной группы. Формула фтора, входящая в состав этих паст, очень быстро создает защитную пленку на поверхности зуба в течение 20 секунд, что является безусловным преимуществом по сравнению с другими средствами гигиены. Кроме того, в качестве пенообразователя в этих пастах используется вещество кокамидопропилбетаин, которое позволяет эти пасты делать низкопенящимися и не вызывать пересушивания слизистой оболочки. Чистите зубы с удовольствием и не забывайте приходить на плановый осмотр к стоматологу. Будьте здоровы!